Туле в преддверии Дня Победы провели субботник, убирали мусор и сажали деревья. Впрочем, работа кипит и в будние дни. В городе реализуют масштабный проект по восстановлению исторического центра и благоустройству набережной. Сама вот эта набережная Тульская, которая, значит, соприкасается с нашим Кремлем, она была на многие годы скрыта. Да какие годы? Наверное, на 100 лет она была скрыта от туляков. Никто не знал, что в 19 веке здесь были прогулочные зоны, что здесь гуляли горожане. Наша задача — вернуть горожанам, тулякам, вернуть то, что было по праву, принадлежало им. Проект планируют завершить летом этого года.